Смотрите, хороший какой подъем. Лыжи не так валятся, поверху идет. Отлично ему. Километров 150 надо будет пройти. У него такое вот. Сейчас он буран заклинил. Продукты в рюкзак. И пошел по капканам. Пройдет в одну сторону, а на обратном пути будет закрывать. Февраль уже все. Мы всегда в середине почти закрываем капканы. Февраля, а то и раньше бывает. Потому что глухозимие уже не так ловится, и лисы начинают приходить. Вон лиса все истоптала. Везде проверила. Ладненько, будем чистить снег, подготавливать лунки. Вода мутная, грязная. Маленько осталось. Это я даже зажато. Зажато что-то. О, палку втыкаешь. Вот в этом месте и надо пробивать. Давай. Отвязки. Смотри, не упусти только. Или и связать там нельзя никак. Так, давай мне лопату. Я понес туда все. Фух. Подержишь пока там. Чё? Ой. Фу, какая. Снега черпанул сапог. Фух. Это хорошо. Прямо приятно пешнёй подолбить немножко. Так, чтобы не это, не до обсёру, конечно, но маленько приятно подолбить. О, так. О, что батя взял. А эту не взял он, конечно. Здесь вода не пахнет тухлятиной. Ему чаёк пить надо. Вот у мужиков надыбал, что... С собой из дома пятерку брать воды. Зато приехал бульк ее, короче, и в чайник. И не надо снег топить первый день и ничего. На следующий день из реки можно набрать флягу, как положено. Вот, на чаек уже хватит. А пока домашние пирожки есть, конфеты и все такое. Ничего больше не надо, кроме чайка. Так, сетёжку взяли ту же, что и была у нас. Да, это. Не разбирали, как сняли с гвоздя, так и, короче, так и взяли. Мне нужны перчаточки вот такие вот. В них удобно. Материал маленько не такой. Есть черные и красные. Это вот такие надо брать. Удобные для таких мероприятий. Да, замерзают, да, это, но на руках ты работаешь. Руки потом не воняют, ничего. Рыбу выпутывать удобно. Так, лишние палки отсюда выкинули. Сеть подняли. О, как даже. Как-то. О, как. Опасное дело, блядь. Завязали. Бантик, блядь. Узлов-то. Ну так-то шнур-то хороший стоит. Ладно, так. Где какое? Вот оно. Большое грузило. Это начало было. Это я точно помню. Сейчас, блин, надо, чтобы маленько растаяло. Падла.
Вот она. Вот она тут. Так, берем вот так. Раз. И на вторую. Вот в эту петлю ухо тянем. Все, потом так чик. Затягиваем все. И все, мертво получается. Потом дернула, она все развязалась. Давай по чуть-чуть. Чуть-чуть маленечко. Сейчас все тут. Она в воде разойдется маленько. Ладно, поставлю. Воткнусь. Вся зашла. Вот тут маленько смерзлось. Вот и все. Ну все, хорош, хорош. Хорош. У меня все сеть. Меня тоже. Ладненько, через 5 минут посмотрим, что тут будет. Ну что, мужики, такая классная погода. 10 градусов. Минус 10 градусов. Прям ништяк. Дорога вся подстыла. Сейчас... проверим сеть здесь. Буду собираться потихонечку домой. Что тут? 2 часа и я у машины. Так что будет все нормально. Да даже меньше. За 1.5 может доеду. Сейчас пустой. Единственное, что буран бы угнать. За веревку зацепить. Который там заклинил. Не знаю, получится, не получится. Там до избыта недалеко. Сеть вроде не клюет. Да даже не смотрю. Какая разница, да? Клюет, не клюет. Поставил. Проверить.
Что попало, значит попало. Не попало. Ну, не судьба, значит. Сейчас еще на буране вот здесь вот развернусь. Может быть, повлияет на рыбу как-то. Загонит в сети. Ну, некоторые ботают. Я никогда не ботал на озере. Ой, на омуте. Ни на этом, ни на том. Смысла не вижу в этом. Чтобы быстро хапнуть. Она за ночь и так кругооборот рыбы делает. Если надо, ночь постояла, вся рыба попалась. Потом сколько ни ставь, рыбы нету. Ну, вот такие вот дела. Сейчас дедушка проверит капкан. И все. Это проверять будем. Включусь тогда. Так, прошло минут 15, наверное. Сейчас мы глянем, что у нас здесь. Понятия не имею. Сейчас развяжу. Так, куда будем выбирать? Сюда, наверное. Нет, ничего. Нет, пошло. Щучка. Ну, ночь попостояла бы. Нормально бы попала. Еще щучка. Интересный омут. Что-то не дает. Ну? Ух ты! Я себе! Вот, все-все! Вот это да! Вторая щука за все время здесь. Большая. Ну, может, конечно, мы крупные сети не ставили. Только вот на ильцов. Ну, все равно приятно. Такую на 30 сеть. Поймать такую, да, вообще даже на любую сеть приятно таких щукарей домой возить. Вот уже котлетки можно сделать. Это уже красота. Вообще. Фу. Вон полная, наевшаяся. Так-то, значит, есть хорошая щука. Но просто ее не так много. Там-то не попадает. А вот в этом омуте, да. Может, еще приедет кто. Знакомые должны были приехать. Так. Че, развязываем? Ух ты! Вот че она вот пузатая. По-любому наевшаяся. Что у нее во рту там? Вон хвост торчит, нет? Показалось? О. Говорят, блядь, не едят. Здесь жерлицы вовсю надо ставить. Вон, смотри. Чебака какого съела. Ну, то бишь, они кормятся. Значит, кислорода хватает. Когда кислорода не хватает, я думаю, что рыба вообще никакущая. Ей бы лишь бы где-то что-то найти. Ну, вот такая вот история. Отлично. Сейчас, наверное, сразу здесь сеть почистим. Помылась сеть даже после того омута. Чистая стала. Сейчас здесь быстренько раскидаем. Тычку воткнем. Все, и поедем на стан. Ну, а всем пока. И удачи в нашей нелегкой жизни.
все, мужики, собираю вещи, пакую рыбу, саночки, чай пью, еду домой. Отличный выходной, выходной прошел прям. Я так рад, что я пробился сюда. И вот рыбки маленько половил. Просто так, такое. Все тело болит, как после спортзала. Руки от пишни маленько так гудят. Прям такое приятное ощущение. Но главное не перебачить, чтобы это ощущение не превратилось в ад. Так что нам туда. Сейчас все складу, заправлюсь и попру. Удачи, мужики!